Выходной вечер в воскресенье подарил жителям Зеленодольска настоящий футбольный праздник. И старый млад собрался на стадион имени Виктора Колотова для того, чтобы воочию увидеть первый домашний матч местной команды. Футбольный клуб «Зеленодольск» в рамках 4-го тура чемпионата республики принимал на своем поле «Альметьевский Нефтеград». Однако вечер был ознаменован не только матчем-открытием сезона, но и приездом в город делегации футбольного клуба «Рубин» во главе с президентом Дмитрием Самаренкиным. Дорогие зеленодольцы, действительно, как сказал глава, Зеленодольск имеет славные футбольные традиции. Появление гостей из Казани не было случайным. Дмитрий Самаренкин торжественно объявил о присвоении футбольной школе Зеленодольска статуса филиала Казанского Рубина. Вот сегодня мы решили открыть здесь филиал футбольного клуба Рубин, чтобы мальчишки, которые здесь тренировались, а их здесь более 400 человек, имели всегда перспективу. В свою очередь глава Зеленодольского муниципального района Сергей Батин подарил футбольной школе города сертификат на сумму 3 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на ремонт нашего стадиона. С праздником спорта всем! Построение футбольной пирамиды республики, вершину которой, разумеется, будет занимать Рубин, вот цель, к которой стремится казанский клуб. Зеленодольск стал первым городом, официально получившим статус столичного филиала. Ну, идея, она была давно, и создать филиал не только в городе Зеленодольске, но вообще идея объединить вообще весь республиканский футбол для того, чтобы лучшие ребята, которые появляются в наших регионе, в регионе Татарстана, там, это и из набережных Челнов, и с Нижнекамска, чтобы они в итоге оказывались в футбольном клубе «Рубин». Зеленодольск – это первая ласточка. Дело в том, что это один из крупнейших городов поблизости, который находится от Казани. Непосредственно школа насчитывает порядка 450 детей. Я думаю, что просто грех не воспользоваться такой возможностью. На сегодняшний день Центр подготовки молодых футболистов «Рубина» провел переговоры уже со всеми спортивными школами республики о создании в них своих филиалов. Я думаю, что вот на фоне этих разговоров, фоне этих переговоров, мы постепенно будем достигать того, что со всеми школами Татарстана будет заключен договор, на основе которого там будет лежать там развитие татарского футбола. Я хочу сразу сказать, что договор не формальность. Мы хотим те там передовые методики, которые сейчас есть в Центре подготовки футбольного клуба «Рубин». Мы хотим эти передовые методики внедрить и в школе города Зеленодольска, поделиться своим опытом. Но в то же время не хотим, чтобы школа теряла самобытность. То есть именно, чтобы она имела свое лицо, именно ребят со своими талантливыми сторонами. Тогда только будет развитие, и тогда мы будем получать неординарных футболистов. Таким образом, вскоре каждый юный футболист республики сможет почувствовать себя частью большой семьи, имя которой – Рубин. Программа сотрудничества подразумевает проведение совместных семинаров и мастер-классов, обмен тренерским опытом, а также привлечение зеленодольских футболистов непосредственно в школу Рубина. 450 мальчишек, которые занимаются, чтобы они имели возможность методическим материалом, по которым сегодня наши мальчишки тренируются, чтобы тренеры наши регулярно сюда приезжали и смотрели. Поэтому я думаю, что через филиал мы продвигаем свой бренд «Рубин» по всему Татарстану. А вообще есть желание на новом стадионе специально, вот мы сейчас с главой разговаривали, целый сектор сделать таким образом, чтобы он был зеленодольским, зеленодольский сектор. Разумеется, Зеленодольск – это не единственный проект. В планах привлечения на казанский стадион болельщиков со всей республики. Сегодня к нам на матчи приезжают уже из Лаишево, из Рыбной Слободы, из Ульяновска, из Чистополя. Мы везде будем продвигать наш бренд, потому что задача сделать таким образом, чтобы не только Казань ходила на футбол, а полный стадион – это 45 тысяч, и нам хочется, чтобы всегда полный стадион был, всегда, чтобы приходил болельщик, чтобы наши игроки всегда чувствовали поддержку 12-го полевого игрока. К слову, местные футболисты в этот вечер смогли порадовать своих болельщиков и в первом домашнем матче сезона одержали победу со счетом 2-1.